Курин в хлам. Самогон. А кого мы ждем? Самогон в армии еще полгода. Там другой человек заходит на его чар. Без понятия, кто это. Канара, наверное. Нет, кого надо. Клоунада, чувака. Да. Клоунада, да, этого чара. О, а ты не знаешь, что такое Linux BDK плюс Suite? Это он был у нас уже БДК-ой. Да? Ну, которого таких... Это что ДК или на ДК? А, ну я понял. Блядь, сказал, ладно. Ну, короче, я одел чешку, мне все равно теперь. Буду еще быстрее просаживаться. Нет, у тебя цифры. А я откуда могу знать? Скажи мне, пожалуйста. У тебя цифры. Мы же с вашей линии. Да? Да. БДК. Что-то не вижу таких. Ну, наверное, уже не онлайн. Ну, может, не вижу такого. Ну, потому что посчитай 6 тысяч. Короче, я ему говорю, как танчить. Лича, например. Ставь лича. Знаешь, я тебе что скажу? Когда я пошла с кнутами танчить им лича, точнее, фулл-целкам. Не знаю, что сказали, ну ты сделай там что-нибудь. В итоге все делать по памяти в роллер-дру. Я не знаю, почему он не танчил. Его, по-моему, не берут танчить у нас. Ну, да, по-нормальному начали объяснять, без матов, без ебонов. Начал что-то понты гнать какие-то. При том, что я... проф, как он профа танчил, это... Ладно. Наверное, если бы ты увидел, как я танчу... Профа, ты был в инфаркт упал, да? Так, на Курин Хлам плюсует с маской 8 минут. Интересно, зачем он плюсовал в рейд? Если у него маска 8 минут. На замене пускай побудет. Вивас, Фурик. Кто-нибудь знает этого Фурика? Да. Он Вивас нормально дамажит. Да, нормально ну, дамажит. Не важно, как он дамажит. Он еще нормальный чел. Да. Ну, хорошо. Главное, дамажит и... Да, куда ты? Ты все? Тыкайте на сум. Кто вам нужен? Демон. Есть момент Тамори БДК, а я могу на демон зайти. Тамори БДК? Ну да, написал. Короче, Innerwave, внимание. А, ясно, внимание. Короче, кто это был, слышишь меня? Это вообще фигня, вот. Фигня, чувак, играющий. Извиняюсь, что кто там говорил про 225%, тут, короче, коммент на вебхеде. 80-го левела друида, монопул, оказывается, по умолчанию. 3496. И поэтому маны выходит с него 7866. То есть, как бы, я не знаю. Сними шмот, увидишь, сколько у тебя без банк. Я знаю, но тут короче... Заходите, если вы договорились, ты на лук, а то он на БДК. Я знаю, как это работает. Просто весь шмот снять, чтобы зелененький интеллект не горел. Это понятно, но вот, видать, ну, хуй его знает, какая-то таблица, короче, есть. Да нет никакой, вот, просто да, тут... Ну, я тебе говорю, это на Вовхеде написано еще в далеком 2009 году. Оф. Ну, если на Вове 14.8 заливало. Ну, я не знаю, как же это. Ну, тут, смотри. На, подожди, Войт, не заходи. Алло, алло, ребята, вы еще на лече? Да. Помощь надо? Пока нет.
Дэв, ты в РК? Самогон, вар. Десятый раз сказать можно было. 20-й. Ну, если что, скажешь. У него так реагируют просто всегда, мне ручат. Возможно, что базовое, это даже без вкачанных талантов. Возможно. Нет, нет, с талантами оно считает. То есть, талант оно рассчитывает, если вкачано. Ну, после 3.2 написано то, что вот такая хуйня, короче, я не знаю. Я, конечно, за, чтобы оно больше заливало. Мне, наоборот, непрофитно, да? Быть друидом и заливать всего 70. Ставь эти свои мысли, после боя поговоришь, сейчас надо чекнуть. Варты в РК, Вивас, который. Плюс они, окей. Агрессивно заходи. Оптимум звезды. А можно казочку под руином? Все любезно. Сейчас. Вылетел. Че, какие-то дисконы, буря, что ли, где-то? Самое время вылететь, да. Я тогда бегу, лечу в центр. Смотрю, все зависло. Я вылетел. Потом смотрю, как развисло, блядь. Агрессивная тут. Все, я запускаю. Слава Аллаху. Сейчас где-то она накроет метелью, наверное, там вышку с интернета на пиздец придет. Неужели... Перестам каску, дайте. Хваленые силы света. Мне бросить ледяную скорость. Блин, это я завтыкал, у нас ни одного паладина, кроме меня. Короче, деморнайзер, каски раздай всем, я кулак раздам. Кресты бьем взрывом разума. Там третью патч еще шикарно нужно. Все верно. Твои отчаянные крики послужат доказательством безграничной мощи. Встаньте в квадратик, милики. Да будет так! Герои в атаку! LG, бафни инту. Да, давай, бафни инту. Ловушка милики, в квадрат встали, шаркающего забирай, чумает 5 секунд, наносим. 3, 2, 1, чума на Дорн, выноси чуму, Дорн. РДД ловушку перебежали. РДД ловушку перебежали, проводи миников, чума 3 секунды, ну там, сейчас будем выносить. Чума, Горгот, выноси. Щелочка, снимай вступление с ромбика, РДД ловушку перебежали. Второй шаркающий. Смотрим, ловушка РДД, милики прошли, чума 2 секунды, готовимся выносить, милики чума, онг чума, онг чума, кто так рано диспейлит? Я диспейлю все сам, РДД ловушка перебежали, милика видно на край, ловушка 5 секунд, встали в квадрат милики. Кашка, дай тебе каплю. Давай сейчас. Дал тебе каплю. Милики, ловушка. Быстрее бегаем. Быстрее в квадрат. Чума, одна секунда. С руля чума. С руля чума.
Понятно. Со скоростью света выносит чуму. Так, Вивальди, Бевс, давайте щитки на себя, гимноману спели. Гаргот, тотем на ману ставь. Фаларион, Фаларион, Иннер, Гарготу, Фламба, игрушки. Играем в первого духа с меньшим хп. Играем во второго духа. Так, Дэйв, повесь СС на Войда. Последний дух, 12 секунд, чтобы убить. Кружок шустрела, станешь Фламба, Ромб, трусы, Демаронайзер. Сыграли в сферку, добили духа. Даем все в звездочки, на второй фазе пошли. Давайте в звезду становимся. В одну точку. Давай, рост. В звезду встали, не стойте слева-справа, чтобы вас не откинуло влево-вправо. Стойте в звезде. Играем сейчас валик все. Так, Эршам, ШП, ШП. Кружок приоритет, играем вальки. Прожми с БДК, оскорнение 5 секунд, перед вальками не стоять, оскорнение 1 секунда, агрессивно выйди с оскорнением. Давай сакру. Ром, добить. Без комментариев. Становимся звездочку сюда. Да, агрессивная? Так, на первых вальках будет осквернение. Выходим влево-вправо, просто на дистанцию выходим, чтобы не умереть от осквернения. Боди, прожмешь сакру, если будет. Ну, не на КД. Я прожал только что. Хорошо, тогда я прожал мастер аур. Смотрим вальки. Все, разбежались. Я в кружке. Кружок, играем трусы. Кружок, трусы. Трусы застанет кружок. Я в кружке, ДЦ в трусах. Все выйти с центра, играем валик. Трусы добить 200 тысяч. Так, играем лича дальше. А, стоп, это вот. Бля, трусы. Три хила, идем осторожно. Скорнение 3 секунды, потом все в центр. Вышли все на дистанцию, осквернение миллизона, давайте в звездочку становимся. Быстрее в звезду. Три хила, осторожно. Становимся в звездочку. Кружок, Ршам, ШП, Фурик. Через ромб играем. Кружок слить. Скоро осквернение. Давайте в кружок трусы теперь. Осквернение 1 секунда. Все на рейндж вышли, трусы добить. Бурно осквернение. Застанил. Трусы застанил. Слить. Код прыжком. Да, играем в лича. Опять становимся, как на первых вальках. Поставь лича, как на первых вальках. Кот умер? Где он? Фаларин, поднимай кота. Поднимай кота, Фаларион. Так, я в кружке. Ромб, Фурик, трусы, ШП. Фаларион, стань сразу ромб. В ромб тоже играем. Осквернение на черепе. В ромб поиграйте тоже. В ромб играйте. Теперь трусы. Так, Фламба, поднимай Фалариона. Надо крит. Вставай сразу. 3%, 2%. Веди на край лича сейчас. Один, все, давай на край. Я дам них небес, мы переведем лича. Сквернение должно быть. Наверное, ДБМ забагался. Так, застанил. Все на край. Идем три хила. С руля, гильдаль, гимноману. Играем в кружок. Кресты бьем сферы, ханты бьем сферы, напуливаем на БДК второго духа.
Ларион, Инер, Гарготу, Фламбо, Мушки. Играем следующего духа. Давайте, пристабав, интеллект по друидам. Играем следующего духа, который выйдет. В этого не играем уже. Молодец, Вар. Поднять? Подымай. Давай, еще раз подымай его. Самое эффективное использование БР, которое я видел, походу. Добиваем последнего духа. Че, бэрить его? Нет. Три БР. Кто знал, что он быстро отъедет? Давайте в звездочку. Здесь Эрдру должен все захватывать вместе с шаманом. Гаргот, ставь тотем. Поставь все тотемы и хиль цепухой. Два раза цепухой побежал. Че ты не хилишь? Не важно, что в конце зала от вас был, когда вы начали бежать в другую сторону. Вы же видите, как я шамана вожу в комнату и хилю. Не надо, хлопушка, бей духов. Давайте, сейчас выйдем с комнаты, будет осквернение, будем играть в духа. Все, вышли, пошли к духу. Кружок, полтора ляма почти. Давайте, все в кружочек сыграли. Идем к трону. Все к трону идем. Хилим БДК и протопало. Кресты бьем взрывом разума. Искоренение 5, 4, 3, 2, 1. Верзила Мелизона. Забери. После комнаты споешь. Прихильте Вара, который ловит духов. Протопала, который ловит жнеца. Будет комната. Сквернения не будет. Будем звездочки. На, Дессер, можешь поставить Shadow Resist, прожать Master Hour. Когда хочешь. Сейчас выйдем с комнаты, духи пойдут на рейд и днём к порталу за звездочкой. Сквернение Мелизона прям идет в лича. Извиняюсь. Играем. Идем на портал теперь. Не на портал, на трон. Смотрите, пять духов не взорвались. По одному взрывайте. Давай быстрее выйдем лича. Сквернение 5, 4, 3, 2, 1. Сквернение на Вивальди. Можешь спеть гимноману. Последняя комната. Слышно?
Алло. Вылетел из чё? Демернайзер, забирай на себя, я похлопаю духа. Уводи, Ильича, уводи. Мы не добиваем Лича, никуда не уходим. Осквернение только вынесем. 2-1, осквернение Рацруля. Ё-моё! Кто так сильно празднует, бля? Что-то рассыпал там, да? Сильнейший из моих слуг. Рола ведь еще не было, зачем раньше времени радоваться? Сгорел. Кого не было, Вуди лут поставил. Чего? Лут? Так стоит мастер лутер. Вроде нет. А, он просто на твоем поле остался. Сейчас тебя. Лучше себе там или Олегу. Вылечу и останьтесь без лута. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. Меня ЕПГП спрашивает, раздавать с помощью лутмастера или нет. И вот это вот следует наградить. Не вижу картину на стене. Вот, больше не, ну, не собирай таких рейдов, потому что ты пошел вагоном. Взял какого-то вагона от БДК со своим неадекватным другом, они провагонили здесь. А потом на Личе нам всем страдать надо было. Заменять людей. Я предлагал распустить, я не знаю. Ну да, надо было мне нервить, ты прав. Тогда бы мы не узнали, что этого ДК надо кинуть в ЧС. Тоже плюс. Это с гильдии, что ли, ДК? Ну, это вот этот скнутов какой-то неадекват. А я тебе говорю, там ДК, который не умеет играть, я лучше играю. Ну, по его фразочкам он такой... Мне с это, извиняюсь, мне с абсорбом надо, ребят. Ну, по его фразам он там... Не, он за Ханта не умеет играть, а за БДК потом, например. Потом еще дроид залагал. Окей. Давайте посмотрим на наши траи. Сколько было траев Лича? 6? Да. 6, да. А это 6, да? Да. Вот один трай, это Лок, Зил, Луджу, Валька. Второй трай. Потом еще трай какой был. Эрдрон не захилил. Третий трай БДК какую-то херню сделал на первых. Ну и просто был два трая не дохила, потому что три хилашли. Делаем выводы, сколько надо хилов. 3 нормально. 3 нормальные, при условии, если не нормальные. А не этот эрдруид с Ancient Gods, который 12 минут боя идет, он 1,5 ляма нахилил. Маронайзер, на тебе, РЛ. Да, я вижу, я напишу. Алибард у руки. Давай. Yeah. Это на мейн, да? Да, да. На кота написал. Давай посмотрим, сколько людей с Лича было. 3. LG. Yeah, bitches. Ты...